Привет! Сегодня суббота, 14 июня. Я иду в спа-салон 7 красок. Салон детского массажа. Я встретила сегодня сестренку, которая прилетела сюда на защиту диплома. Сейчас сделаю массаж и пойду проводить субботу дальше. Ну вот, я пришла. Арнслад, ха. Сюда? Да. Окей. Сейчас меня будут истязать слим-массажем. Сейчас нам будет делать слим-массаж. Я уже не смогу так снимать, поэтому совсем немного сниму. Подготовка тела к массажу. Расслабиться, конечно, в этом массаже практически невозможно. Поэтому буду получать свое мазохистское удовольствие. จากหัวใจของชายคนหนึ่ง очень хороший мастер говорят что одна из лучших по слим массажу в салоне 7 раз เพียงจะแลสายตาอย่างเกินฝันรักเธออย่างตั้งใจแม้ใครว่าผิดИ продолжаем дальше. Делаем массаж талии. Обе ноги. И совсем скоро перевернет меня на спину. Хотя целлюлита у меня нет, но есть запасы жира, которые сейчас как будто бы более равномерно распределяются по телу. Лепят руки мастера на мне. Very good. I like your massage very much. Это место. Дальше. Существенно. А вот крем. С которым мне делали массаж. Капунка. Все хорошо? Прекрасно. Талия прям заметно меньше стала за один сеанс. Так, это вот такой чай замечательный. Угу. Так, ну в районе 2 часов можно. Ну по времени сколько хотели бы? 1-1.5-2. Хорошая проработка всего тела, то есть не просто погладить, будет именно массаж глубоких тканей. Но при этом массаж...